Сейчас мы покупаем апельсинки. Апельсинки по 2 лиры. Фотосессия на рынке. Маркус Звезда. Маркус. Приблизительно 830-840 рублей на русский. Вот это все. Друзья, мы сегодня пришли снова на базар. Сегодня вторник, уже 7:30. Это уже базар закрывается. И мы под конец базара пришли делать покупочки. Маркус ест свое мороженое вон там вот. Мной. Тут и обычные вещи продают, а там дальше фрукты и овощи. Вечером цена всего 1,50 рубль. И помидоры по 2 рубля, по 2 лиры. Маркус, а вон перчик, идем перчики возьмем. Далюн, Маркуса угостили огурчиком. Маркуса все время угощают. Тоже 2 лиры перец. Сейчас мы покупаем апельсинки. Апельсинки по 2 лиры. Вот целый пакет нагрузили. Купим сливы, черешни, абрикоски. Черешня 3,50. В прошлый раз тоже 3,50, минимум. Ну да, да. Сейчас купим черешенку еще. Потом купим зелень. Вон там где-то. Купим зелень там. Арбузы у нас красиво нарезали. Это уже конец базара, все продают очень дешево. Цены минимум в 2 раза дешевле, чем с утра и днем. Яблоки у нас 3 лиры и сливы 2 лиры. Слив купили 2 килограмма. Идем поищем абрикоски. Купили еще персиков, 6 лир, 5,90. Нектарин мы не покупали. Красота какая! Так. Yes, yes. Так, вот нам тоже завернули лавашек. Будем дома кушать супчиком. Шесть лир стоит лаваш. Thank you very much. Фотосессия на рынке. Маркус Звезда. Маркус. Маркус. Вот, что мы сегодня купили. Сейчас посмотрим. Итак, хлеб всему голова, лаваш, 8 штучек тоненьких вот таких, кукуруза,
жареная, солененькая, семечки, теперь фрукты, слива, маленькая слива 2 килограмма, черешня 2 килограмма, персик килограмм. Ой, я не знаю, тут целая куча, не могу поднять апельсин. Потом помидоры, огурцы, перец. Тут у нас салат идет. Много. Я его ем 5 дней, этот салат. Потом идет... забыла, как он называется. В общем, вы поняли. Руккола, петрушка и там еще что-то одно. В общем, друзья, я за это заплатила 60 лир. 60 лир по курсу доллара считайте. Сейчас где-то курс доллара 4,60, 4,70. В общем, приблизительно 830-840 рублей на русский. Вот это все стоит. Нормально, очень даже.